Несмотря на развитие современных технологий и фармацевтики, сердечно-сосудистые заболевания долгое время занимают лидирующие позиции в статистике нежелательных событий среди населения всего мира. Коварство этих заболеваний заключается в их внезапности и зачастую тяжелых последствиях, ведь чаще всего они проявляют себя бессимптомно и манифестируются уже в виде инфаркта или инсульта. В предотвращении подобных катастроф важную роль играют ранняя диагностика и профилактика. В Юсуповской больнице мы предоставляем пациентам полный спектр диагностики – лабораторной, инструментальной, в том числе инвазивной, для того, чтобы, экономя время пациента, а время зачастую является решающим фактором в кардиологии, предоставить максимум результата за сжатые сроки. Своевременная и грамотно подобранная терапия замедляет прогрессирование заболевания и минимизирует риск возможных его осложнений. К сожалению, часто сердечно-сосудистые заболевания сопровождаются болезнями других органов и систем. В таких случаях в рамках реализуемой в Юсуповской больнице программе мультидисциплинарного подхода организуется консилиум с привлечением иных специалистов Юсуповской больницы для того, чтобы мы имели полную уверенность в том, что назначенное лечение будет эффективно, а препараты сочетаются с препаратами от сопутствующих заболеваний, которые получает или получал ранее наш пациент. В Центре диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний Юсуповской больницы готовы принять любого пациента, начиная с амбулаторного приема, например, для исключения наследственной предрасположенности к развитию кардиопатологии, пациента, который уже имеет установленный диагноз и получает назначенное лечение, например, для подбора эффективных дозировок, пациента, который нуждается в стационарном размещении. Мы готовы принять пациента в тяжелом, пограничном состоянии. В Юсуповской больнице функционирует высокопрофессиональное отделение реанимации и интенсивной терапии. Все необходимые процессы налажены и функционируют круглосуточно, бесперебойно в течение всего года. В случае необходимости сотрудники Юсуповской больницы организуют медицинскую транспортировку пациента, в том числе и в условиях реанимационной бригады скорой медицинской помощи. Юсуповская больница оснащена самым современным оборудованием для лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, начиная с кардиографа, прибора для регистрации электрокардиограммы и заканчивая высокотехнологичной ангиографической операционной, в которой расположен ангиограф ведущего мирового производителя, что позволяет нам проводить внутрисосудистые вмешательства любой сложности. Ангиография сосудов любых локализаций, баллонная ангиопластика и стентирование, имплантация электрокардиостимуляторов, имплантация кавофильтров и прочие вмешательства. Дорогие друзья, Центр диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний Юсуповской больницы искренне желает вам обращаться к доктору только для профилактического осмотра. Тем не менее, если вам необходима квалифицированная медицинская помощь по кардиологическим заболеваниям, мы ждем вас в Юсуповской больнице, ведь ваше здоровье – наша главная ценность.